Всего за полтора года в микрорайоне Бутово парк 2Б, что в деревне Дрожжино, был построен детский сад. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов приехал в дошкольное учреждение накануне торжественного открытия, чтобы убедиться в готовности сада к приему детей. Вместе с начальником отдела дошкольного образования Татьяной Илюхиной и заведующей детским садом Натальей Литвиновой он прошел по территории. Народного избранника интересовало многое. Например, организация шумоизоляции. Детский сад находится в самом центре новостроек, где каждый день слышна строительная техника. Как здесь решается вопрос шумоизоляции или решается ли вообще? Сейчас огромный выбор изолированных материалов, которые, скажем так, решают эту задачу. Современный дизайн, просторные игровые и спортивные площадки – все это будет совсем скоро доступно малышам молодого микрорайона. Детский сад рассчитан на 225 мест, что значительно решит проблему очередности. Наш сад уникальный, у нас современный, функциональный, у нас современные, красивые, безопасные площадки, интерактивные. Все помещения у нас полифункциональные, трансформируемые, безопасные. На территории детского сада много зеленых насаждений. А еще здесь есть настоящий огород, на котором дети будут сажать различные огородные культуры. Я думаю, что даже в этом году они смогут посадить зелень и редиску. Юрию Липатову показали и здание образовательного учреждения. Он побывал в пищеблоке, в котором сегодня пахнет свежим ремонтом. А уже завтра здесь появятся совершенно другие запахи – супов, компотов и котлет. Заглянул гость и в групповые комнаты. Они небольшие, как заметила хозяйка детского сада, но многофункциональные. Так, благодаря легким кроватям, спальню можно быстро переоборудовать в игровую комнату. Юрий Александрович высоко оценил благоустройство спортивного и музыкального залов и в целом дал хорошую оценку новому учреждению. Построен замечательный современный комплекс, детский сад. И если посмотреть на площади, которые были выделены, вот посмотреть на то убранство территории, где детишки от 3 до 7 лет буквально по возрасту имеют возможность на этих площадках играть, развиваться, это очень прекрасно. Это абсолютно современный подход к решению данных задач. И это отличный пример того, как реализовывается в Московской области губернаторская программа по строительству детских садов, которая в 2019 году поставила высокую планку – увеличить количество сдаваемых дошкольных учреждений вдвое. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.